Очередное уголовное дело заведено в отношении сотрудника Управления Федеральной службы исполнения наказания. На этот раз в поле зрения ивановских следователей попал начальник лечебно-исправительного учреждения номер 8, расположенного в селе Талец Южского района. Мужчина обвиняется в растрате вверенных ему денежных средств. При обыске дома и на рабочем месте должностного лица сотрудники ФСБ обнаружили значительную сумму денег в валюте США, а также дорогостоящие имущества, происхождение которых сейчас устанавливается.